Мама, мама, что мы будем делать? Мама, мама, что мы будем делать? В лавке я товар достал, гопа дик-дик-дайра, эй, из-под лавки доставал, гопа дик-дик-дайра, а фин инспектор вдруг пришел, гопа дик-дик-дайра, эй, я сижу, а он ушел, гопа дик-дик-да. Ипполит Матвеевич долго плакал. Часам к 11 утра он проснулся в отделении милиции. Из 200 рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждения и утех, при нем оставалось только 25. Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Фамилия? Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Хо-хо. Выражают в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Мрачный. По отношению ко всему, например, мрачный Петя пришел, мрачная погода, мрачный случай, мрачный кот и так далее. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Не учите меня жить, как ребенка. Я бью его, как ребенка, при игре в карты. Я его срезала, как ребенка. В разговоре с ответственным съемщиком. Красота, толстый и красивый. Употребляется как характеристика неодушевленных, так и одушевленных предметов. Уля. Ласкательное окончание имен. Например, Мишуля, Зинуля. Ага. Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Поедем на извозчике. Говорится мужу. Поедем в таксо. Знакомо мужского пола. У вас вся спина белая. Угу. Шутка. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. Эллочка перекрасила волосы в рыжий цвет. По раб-кредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Ею был отделан вечерний туалет. Очередной номер журнала «Мод» заключал в себе портреты проклятой соперницы уже в 4 видах. Новые мощные усилия Эллочки в корне подрезали хозяйство. Эллочка произвела новую мобилизацию и обзавелась мебелью. Она купила на аукционе 2 мягких стула. Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. По делу. Какой прекрасный мех. Шутите, мексиканский тушкан. Быть этого не может. Вас обманули. Это шанхайские барсы. Я знаю их по оттенку. Изумруд, вот смотрите, как играет на солнце. Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-то о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана. Вы, парниша, что надо? Вчера на аукционе вы произвели на меня чрезвычайное впечатление. Хамить. Помилуйте. Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно. Жуть. Второго стула уже нет. Расползаются, как тараканы. Милая девушка, а я к вам по одному деликатному делу. Шутите. Продайте мне этот стул. Только вы.
с вашим женским чутьем могли купить такую художественную вещь, а продайте, девочка. А я вам 7 рублей дам. Хамите. Хо-хо! Хотите меняться? Знакомый дипломат привез. В лучших домах Европы и Филадельфии разливают чай через ситечко. Ну, хотите? Ну, это необычайно эффектная вещь, забавно. Должно быть знаменит. Ну, ну, мне стул, вам ситечко. Красота! Хо-хо! Хо-хо!